Привет, народ, с вами Варчик, и в этом видео мы с вами поговорим про FV215B и, в принципе, про геймплей, который мне больше всего нравится в этой игре, в нашей замечательной, в мире танков. И какой же геймплей мне нравится больше всего, какая вообще изюминка в танках меня привлекает. А это танки, у которых есть пушки, в которых, в принципе, максимально, минимально присутствует ВБР. Такие танки — это как FV215B, который мне в последнее время приглянулся, и я, в принципе, и раньше на нем любил играть, и сейчас тоже. Это, в принципе, и Conqueror, и Super Conqueror. Это, в принципе, такая вот британская делегация супер пушек, которые тупо стабилизированы, очень точные, сведение там меньше 2 секунд, и вообще, в принципе, пушки тупо бомбезные. УВН, там стабилизации, ТПМ, скорострельность, точность, просто огонь. В этих пушках единственный ВБР — это ваши кривые руки. Научиться на этих танках наносить урон, в принципе, очень легко. Нужно просто прицел в нужное место наводить и кнопку выстрела нажимать. Это довольно-таки легко. Потому что после всяких там кривых советских и остальных деструкторов и кривых пушек, в принципе, уже надоедает нажимать выстрел, и дальше от тебя ничего не зависит. А вот такие вот пушки, они просто дают тебе какой-то новый глоток картофельной игры, какие-то новые ощущения от того, что ты реально, что ты сделал, то ты и получил, а не кто-то там за тебя решил по ту сторону экрана. Также еще к британской делегации можно добавить немецкую делегацию, в которую входят Е50, Е50М и Леопард. Там тоже точность примерно как и у британцев по 0.3, и сведение тоже в районе меньше 2 секунд. Тоже очень стабилизированные точные пушки, и, в принципе, там все то же самое. Куда стрельнул, туда и нанес. Вот, в принципе, и все. Единственное, что это уже более такие СТ-шные варианты, а у британцев более такие тяжелые, в принципе, тяжики, на то они и тяжики. Поэтому есть из чего выбрать, есть тебе и более легкий вариант, и более тяжелый вариант. В принципе, оба варианта довольно-таки интересные. Играться на них очень приятно. Это прям просто офигенно. Больше всего я обожаю в этой игре такие вот стволы. И пока остальные слышат «есть попадание» и «рикошет», ты просто наслаждаешься игрой. Да, конечно, 100% пробития у тебя не будет, это, конечно, нереально, но иногда даже бывает и 100%. Но насколько же меньше всяких негативных эмоций, когда ты научился нормально, четко стрелять. И ты активно на нормальной защищенной позиции просто стоишь и аккуратно, получая удовольствие, не напрягаясь, именно решаешь бой. Настреливаешь столько, сколько вообще возможно. Все, буквально, что не вылезет где-нибудь, сразу ты мгновенно ему даешь тупо в глаз. И все. Идеально, без сведения, без ничего, просто через пол карты. Только враг вылез, просто тык, нанес урон. Никакого напряга, никакого там попадания, шмопадания. Просто, четко, на 500 метров, не на 500 метров. Впритык, вдаль, не, вообще не важно. Тем более на FV215B. Давайте на нем застримимся чуточку больше. Вообще, точность там офигенная. Сведения, вообще его практически нету. Так это еще и при том, что стабилизация просто божественная. Также здесь еще пробитие голдой довольно-таки хорошее. И пробивается в лоб буквально все. Е100 в лоб, в какие-то щеки там, маусы, шмаусы, яги там в рубку пробиваются. Все пробивается. Вообще можете фул голду зарядить. Под калибры летят очень быстро. Будете еще и быстро стрелять без упреждения. Вообще будет шикарно.
Еще есть у нас крепкая башня, которая, конечно же, пробивается в лючок, там в крышу и куда попало. Но тут уже как повезет. Поэтому именно танковать на ФВшке лучше не стоит. Я, конечно, в свое время не понимал, что это такое большой жирный тяжик и нифига не танкует. Но по факту, когда вы на нем поиграете побольше, если он у вас есть, потому что выкачать вы его уже не сможете. И на самом деле, на мой взгляд, ФВ-215Б намного интереснее и сложнее и прикольнее на нем научиться играть, чем на суперконе. Суперконь довольно-таки тупо простой, как 5 копеек. На нем учиться играть, в принципе, особо-то мозгов не надо. Башня там находится впереди, много УВНов, пушка такая же точно стабилизированная и ДПМная. В принципе, вообще там ничего учиться не надо. Обычный, стандартный, дефолтный геймплей, все. А вот на ФВ-215Б башня находится сзади. Вокруг башни по бортам находится каемка, которую тоже нельзя показывать, она с борта пробивается. В целом корпус ватный, катки легко сбиваются, он и гореть может вообще легко, куда попало. Поэтому на нем нужно аккуратно играть от башни, и в целом даже башню лучше не показывать, потому что ее могут пробить. Поэтому вылазить только тогда, когда враг сам подставился, и все. Аккуратненько от башенки, еле показывая чуть-чуть башню, вылезли, тыкнули, спрятались. Если враг КД, скорее всего, вы сможете ему дать 2, а то и 3 тычки с вашим ДПМом. Играть просто сказка на таком танке. Да и на остальных танках, которые я назвал, с такой же пушкой офигенной, играть будет ничуть не хуже. Да, конечно, почти все танки, которые я перечислил, это танки 10 уровня. Ну и, в принципе, две девятки тоже есть, Е50 и Conqueror. У них тоже очень офигенные пушки, так что на девятках тоже можно расслабиться. Все эти танки у меня есть, я на них просто обожаю играть. Это самые офигенные тупо пушки в игре. Я даже не знаю, зачем остальные вообще танки в игре находятся, и я на них играю просто потому, что, ну, мне надо разные танки стримить там, разные качать, новые ветки добавлять, мне надо их качать, потом прям танки добавлять, мне надо на них постримить. Я бы на этих танках вообще и не пробовал бы на них играть, играл бы только на одних и тех же, но, конечно, со временем мне стало бы, наверное, скучно, если бы у меня на них было бы 1000 боев. Я бы, может, что-нибудь для разнообразия попробовал бы другое, но это уже совсем другая история. А так получается наоборот. Мне надоели танки с остальными всякими разными геймплеями и корявыми пушками. И я от них сбежал и поиграл все-таки хоть чуть-чуть, хоть несколько боев на своих любимых танках. Я сыграл и... Я снова вспомнил, как это офигенно играть с такими классными пушками, а не на всяких там защитниках. С вами был Варчик, играйте красиво, пока!